Концерт органной музыки – это первое мероприятие в череде юбилейных торжеств, приуроченных к 15-летию со дня создания местного отделения общественной организации «Союз женщин Подмосковья». В Видновской детской школе искусств собрались представители объединения, а также их друзья и единомышленники. Мы любим этот инструмент, и это действительно инструмент, который поражает своей мощью, своим звучанием, своим разнообразием. Ну, в общем-то, где-то, если так вот я сейчас, у меня мысль родилась, звучание этого инструмента созвучно разнообразной деятельности нашей организации. Елена Ястребова возглавляет организацию уже 13 лет. Она рассказала, что основная задача их работы – создать комфортные условия для работы и досуга участниц коллектива. На сегодняшний день Союз женщин Подмосковья в нашем муниципалитете объединяет 115 активных видновчанок и жительниц других поселений городского округа. Деятельность она у нас какая была? Сначала все-таки какую-то помощь могли помочь. Люди-то же разные приходят, бабушки, дедушки бывают. Ну, дедушек нет, в основном женщины, да. А женщины, те, которые больше уже ушли на пенсию, то так организовывались, так сказать, старались вместе быть, друг другу помочь чем-то. Да и так отдохнуть, это тоже чай попить, поехать в какой-то театр. «Вокруг Баха» – так называлась концертная программа в исполнении лауреата международных конкурсов органной музыки Натальи Литюк. Для зрителей прозвучали самые яркие произведения, созданные великим композитором, а также его последователями. В перерывах между выступлениями Наталья познакомила собравшихся с интересными фактами из биографии Иоганна Себастьяна Баха. Фамилию Баха можно назвать нотами Б, А, Ц, Х. Этот знак многие композиторы писали свои сочинения таким образом, запечатлев имя Баха в памяти в своих произведениях. А 17 марта состоится юбилейное мероприятие общественной организации. Оно пройдет в Центральной районной библиотеке. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.